меня, получается, вот два человека сейчас в наставничестве, и третий с понедельника подключается. А вы, получается, вот этих двух человек взяли во время курса, во время обучения? Ну, получается, да, во время курса уже. Мне очень понравилось, что много инструментария теперь есть. Раньше я себя не так уверенно чувствовала, потому что у меня, по сути, было всего там вот 7 таблиц. А сейчас, получается, конечно, ну, много. И страт-сессию я могу провести, не придумывая какие-то вопросы из головы, а уже готовые. И анализ провести, ну, то есть, как бы, и вести клиента тоже простые, по сути, такие таблицы. Но самому их придумать сразу вот так из головы как-то и не приходили мысли. То есть вот то, что много инструментария, это, конечно, очень классно. Увереннее себя чувствуешь, и продажи увереннее идут. И как-то, ну, как бы, ты знаешь, что даже если ты там что-то не знаешь еще пока, что ты всегда можешь подглянуть, подсказать, дать вариант, из чего есть выбрать там клиенту. И, ну, как бы, вот зная, что это все у тебя есть, конечно, уверенности больше стало внутренней.